Как там Димаш? Димаш потрясающе отдыхает, мы его не тревожим. Сразу вам отвечу на этот вопрос, я тоже знаю, сейчас будет спрашивать, где Димаш. Димаш спит у себя, отдыхает. Мы проснулись с Ферланом, позавтракали. Воды гудзон. Димаш себя чувствует здесь прекрасно. Я думаю, что он выспался, отдохнул, чтобы сегодня дать стране угля. Вид, посмотрите. Сейчас я тут полотенчики уберу и покажу вам, как можно кайфовать в ванне. Смотрите. Вот это я понимаю, уровень. Лежишь вот так вот и балдеешь. Скажите, красотенько.